Всем привет, друзья! Вышло у нас обновление 19.20. Скачал я его на компьютер. У меня, в общем, обнова весила где-то 2 гига с лишним. Ну и на остальные платформы плюс-минус 2-3 гига вышло. Как вы заходите в игру, вас сразу встречает новый стиль на скин Киру. Но если у вас, конечно же, был куплен этот скинец, в принципе, выглядит симпатично, интересно. Ну и как раз-таки этому скину явно не хватало дополнительного стиля. В этом ролике я вас поведаю, что интересненького вышло в данном обновлении. Начнем с самого сладкого. Это у нас новая локация. Гулкий грот добавили. Вы можете увидеть на изображениях, как это все выглядит. Очень крутая локация. Очень много всего крутого, очень много лута. Также у нас на локации находится, ребят, босс ко столом. Если вы убиваете этого босса, с него можно подобрать мифическую ппшку жала, которая бреет вообще просто невероятно. У босса вы можете взять ключ-карту от сейфа гулкого грота. Открываете сейф, ну и там нереально много лута. Немного по балансу, что изменили жало, снова пофиксили. По 2 единицы урона сбрили с каждого качества. И также у нас немножечко понерфили автомат семерых. То есть по 1 единице, соответственно, на любое качество тоже сняли. По чуть-чуть фиксят наши имбопушечки. Если вы помните, как в прошлом сезоне мы собирали краски и изменяли карася, вот, открывали на него стили, мы можем делать на скин Хейвен есть маски. Вот, мы будем собирать перышки так же, как и мы собирали капли на карася. Собираем перышки и открываем стили масок. Вернули тяжелый дробовик в игру. Да, он вернулся, ребят. Как минимум в гулком гроте я уже видел зеленую версию, серую версию. Вот, золотую не встречал пока. Но то, что плюс один дробовик, это, конечно, не может не радовать. Я думаю, геймплей он явно как-то поменяет. Спасибо, что посмотрел этот ролик. Не забывай ставить лайкосик, подписаться на канал. И не забывай вводить мой тег автора Шеф117 в магазине предметов. Желаю всем удачи. Как вам обновление? Пишите в комментах. Всем пока.